Вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я приняла вызов от канала Стася Крейзи Микс. Я буду делать радужного слайма. Смотрите внимательно и узнаете, кому я брошу вызов. Для нашего лизуна понадобится клей, тетраборат натрия, крем, краситель и емкости, конечно. У меня 4 емкости и 4 цвета. Для начала наливаем клей. Теперь в наш клей мы добавляем краситель. Этот клей у меня будет желтый, этот красный, этот зеленый, а этот синий. Какой-то он не красный, а буряковый. Но все равно красивый. Такой яркий, красивый голубой цвет. Мне он очень нравится. А сейчас нам нужно добавить обычный жирный крем. Как вот у меня. Я первый раз делаю лизун с кремом. Не знаю, получится у меня или нет. Ну давайте же пробовать. Теперь самое главное, натрия тетраборат. Нужно добавить всего лишь 3-4 капельки. Теперь нужно очень долго перемешивать. Смотрите, ребята, уже что-то собирается. Что-то с натрия тетраборатом ничего не хочет происходить. Попробуем добавить парволь. Вот это другое дело! Ой! А уже тяжеловато мешать. И такое нам нужно сделать с каждым цветом. Лизун готов тогда, когда он отстает от стенки. Тетраборат у нас ничего не получилось. Мы в наш клей добавили вот такой вот маленький колпачок парволя. И у нас получились лизуны. Теперь наши лизуны нужно сложить в одну емкость на сутки, чтобы цвета смешались и образовали новые цвета. Закрываем крышкой и оставляем на сутки. А вызов я передаю каналу Пусикет ТНТ. Я бы хотела очень увидеть, какой слайм получится у вас. Ребята, посмотрите, какие цвета красивые получились, как они красиво смешались. Правда круто? Мне очень нравится. А вам? Мне уже не терпится открыть. Давайте открывать. Вау, какая красота! Мне хочется его потрогать. Давайте его буду переминать.
Вау, круто, ребята, посмотрите. Смотрите, какая красота. Круто. Он еще так круто растекается. Красиво как. Посмотрите, какой розовый получился. Розово-фиолетовый. Давайте еще. Вау, посмотрите, какой тут фиолетовый получился. Крутяк. Давайте посмотрим, какие тут еще цвета. Смотрите, голубой в самом низу. Вау, ну такие крутые цвета. Радуга получается. Вау, красотень. Так круто. Мне очень нравится. Особенно голубой с фиолетовым красиво смотрится. Даже розовый появился. Такие красивые цвета. Цвета радуги. Смотрите, какие тут прикольные узоры получились. А тут какие красивые фиолетовые с розовым. И звук какой смешной. Смотрите, какой красивый получился. Зелено-голубой. Такой красивый. Вау. Крутяк, я не могу найти слов. Это просто бомба. Ребята, посмотрите. Какая это красота. Какая это красота. Смотрите, как тут реально радуга. Красиво как. Красный, оранжевый, желтый, зеленый. Круто. Смотрите, как круто, красиво. Такие яркие, красивые цвета. Ой, как я люблю теперь этот лизун. Давайте я его вылью на стол. Конечно, жалко, что все цвета перемешаются и будут какой-то коричневый или темно-зеленый цвет. Но все равно этот опыт того стоит. Посмотрите, какие красивые цвета получились. Вау! Ребята, сейчас будет. О-хо-хо! Посмотрите! Ребята, это круче всех лизунов, которые я делала. Конечно, я всего лишь один лизун делала, но этот лизун круче того. Он такой мягкий и такой красивый. Ну, конечно, красивый. Коричневый уже. Ну, да ладно, все равно. Зачем смотреть на цвет, если он такой мягкий, такой красивый и такой тянущийся. Все, мы делаем прослойку. Мы делаем сникерс. Или лайм. Не знаю. Кто что любит. Ну это такая мягкая штука. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Круто! Я хочу еще больше для зуна сделать.